Всем привет-привет! С вами снова Лидия. И сегодня очередная распаковка. Кому нравятся мои распаковки, пожалуйста, прошу поставить лайк и, конечно же, подписаться, чтобы не пропустить новое видео. Первая посылочка. И здесь у нас очень помятая коробочка. Это пластыри. В комплекте их 100 штук. Они разные по размеру. Написано, сколько каких. Пластыри самые большие. Выглядят вот так. Две ленты. Следующие это кругленькие пластыри. Выглядят вот так. Тоже две пластиночки. Дальше пластыри немного поменьше. А, это побольше. Эти побольше, да. Их также две пластиночки и совсем маленькие. Тут очень длинные пластинки, их очень много. Вот такие, значит, три размера. Всех по две пластиночки. Ребенок уже испробовал, ему не терпелось попробовать. Клеится отлично, держится тоже. Следующая посылочка. Здесь матрешка. Раз, два, три, четыре. Большие пока в сторону. Хочу открыть коробочку и посмотреть, что же здесь. А здесь заказ не мой. Это меня попросили заказать. Это лампочки на машину. Продавец прислал спасибо за покупку. Поставьте 5 звезд. Если все работает, конечно же, поставим. Коробочка маловато для трех наборов. Здесь, как я понимаю, по две штуки в каждом пакетике. Для машин. Обозначений нет. Три одинаковых пакетика. Проверим. Следующее уже распакованное. Это для зубных паст. Вот сюда вставляется тюбик. Вставляется в эту штучку и прокручивается. Таким образом она выдавливается вся полностью. Уже испробовано, все хорошо. Следующее тоже распаковано. Видео застряло, поэтому я вам показываю то, что уже распаковала и не видела, что застряло видео. Это наколенники. С двух сторон. И тут третья лента. По качеству хорошие. Вот такая пупырка здесь. Ткань напоминает Дарвин. Прошита аккуратно. Ну, я так понимаю, это для компрессов, не для поддержки.
Хотя смотря какая поддержка, но не бандаж. Два штучки в комплекте. Следующая посылочка. Здесь у нас сумка. Упакована хорошо. Я думаю, что ничего не повредилось. Вот такая сумочка. По качеству мне нравится. Правда, она не очень большая. Но 10 сантиметров. Бачок. Ну, где-то 8,5. И по длине сумочка 25 сантиметров. Это с боковыми карманами. Ну, посмотрим. Первые посмотрим боковые. Ну, они не очень маленькие, глубокие. У меня почти вся рука влазит. Второй кармашек точно такой же. Для мелочевки вообще отлично. Третий кармашек по переду сумки, он уже большой, прям отделение. Дальше у нас сзади сумки также идет кармашек. Но тоже не маленький. Я думаю, телефон положить то, что надо. И главный карман. Тут у нас длинная ручка. Такие сумки я не ношу на длинной ручке. Ну, кто его знает, может пригодится. Вот такие здесь карабины. Длина увеличивается, уменьшается, как кому удобно. Внутри два кармашка и один на замочке. В сумке одно большое отделение. Но я думаю, что будет вместительная, хоть она и небольшая, но вместительная. Вот так она смотрится. Ну вот две ладошки, и она чуть-чуть больше. Мне понравилось. Следующая посылка. Здесь у нас пришли часики. Смарт-часы, QR-код, розовый ремень второй, инструкция. Инструкция на китайском и на английском. В такой коробочке поломанной, что не очень приятно. Вот такая отвертка. Правда, не знаю, зачем она. Цвет, кстати, не розовый, а такой персик.
Но мне даже больше нравится такой цвет, чем розовый. Сами часики и зарядная. USB. Сами часы. Тут пленка. Весь ремешок в пленочке. Все защищено. Смотрятся на ручке вот так. Ну, неплохо, мне нравится. Они разряженные. Вот я их немножко подзарядила. Здесь, значит, для зарядного устройства. Вот так. Контакты к контактам. Вот они включились. Включенные. Функции. Я не разбиралась, просто пролистаем, как, что тут есть. Ну, все стандартные функции, которые идут на смарт-часах. Меню. И последняя на сегодня посылочка. Она у меня посылочка-потеряшка. Очень долго лежала на почте. На второй почте, не на той, на которой я получаю, а на другой. И я не понимала, куда за ней идти. Ну вот, наконец-то я ее получила. Упакована хорошо. Хоть она долго где-то блуждала, но ничего не помялось. Ой, подарочек. Олененок. Очень приятно. Спасибо продавцу. Миленький очень. И мой заказ. Первое, это вот такие совушки. Зимние, конечно. Ну, ничего, у нас зима не последняя была. По размеру 6, ну, на 5-5,5, где-то так. По качеству очень хорошие. С обратной стороны такой шершавая клеевая. А здесь гладкая пленка. Очень яркий принт. Вторая наклеечка также очень яркая, такого же качества. Но это уже я себе на футболку взяла. Вот такая дама. И написано Vogue. По размеру 22. На 22.